В семье Хачатрянов вопрос с новогодними подарками для близких и друзей уже решен. Для этого ходить по магазинам не пришлось. Кулоны, талисманы и брелки Роберт Геворкович сделал своими руками. И это лишь малая часть того, на что способна его фантазия. Музыкант по образованию и художник по призванию изобрел свой необычный метод создания оригинальных композиций. Стекло на стекле – технология теплового воздействия и шлифовки, не имеющая аналогов. Трудно поверить, что эти яркие пейзажи и сочные натюрморты созданы из битого стекла. В ход идут бутылки, стаканы и даже отжившие свой век светофор. Главное, чтобы цвета нормальные были. И когда расплавляешь, цвет не меняется. Вот ваза, сломанная ваза. Раньше был хороший ваза. Потом тоже, наверное, что-то будет хорошее. Вот стакан тоже. Что подарили соседи мне, чтобы я отрезаю или что-нибудь делаю. Вот. К подаркам Роберта Хачатряна относятся трепетно, будь то украшения или настенные композиции. Они настолько легкие и прозрачны, что кажутся даже невесомыми. Корзинка